На минувшей неделе, 12 июня, Уфа вроде как отметила свой 450-й юбилей, а вроде как и нет. Еще раз, на бис. И в преддверии, конечно же, выборов Хабирова этот юбилей случится у нас в конце августа. Напоминает мне все это тот старый анекдот, когда все так плакали на похоронах, что пришлось три раза на бис откапывать покойника. Власти что-то такое невнятное промямлили о том, что к июню они не успели там что-то там какие-то юбилейные объекты достроить, а вот к августу как раз-таки все как только достроят, и всякие там центры борьбы, и Ради Фаридовича вот в июне совсем нечего было там перерезать и открывать, а уж как хотелось бы, да, а в августе как раз повторим, как говорится, юбилей, и за недельку-полторы до выборов, как только защелкает, дорогой Ради Фаридович, золотыми ножницами, как зайдется в истерике восторга БСТ, так и почудится избирателю вместо опостылевшего Хабирова родной и близкий Рахимов. Ну, как бы ни старался Хабиров, но, похоже, титула «открывашка» ему не избежать. Равно как вот этот титул был народом присвоен в свое время Муртазе Рахимову. И вообще, я предлагаю праздновать 450-летие Уфы не два раза в год, а примерно 5-6 раз и каждый год. Ну, тогда и фигура главы Республики Башкортостан станет в разы привлекательнее, чем нынешний его оплеванный и проклятый соплеменниками образ.